Привет-привет! Сегодня мы с вами поговорим на такую интимную тему: зачем нужны месячные? Каждая девушка и женщина ежемесячно сталкивается с этим вопросом. Но только никуда нам не деться от этого. Так устроена природа. Женщина перед началом цикла становится сама не своя. У нее наблюдаются перепады настроения. Это связано с тянущей болью внизу живота, болит грудь, есть высыпание на лице, общая физическая усталость. Одним словом, бушуют гормоны. Но при всей этой раздражительности у нас также стоит вопрос, каким гигиеническим прокладкам отдать свой выбор, так как здоровье в этой области очень важно. В разных прокладках есть разные наполнители. Какие-то впитываются лучше, какие-то не так хорошо. Но слои, которые не дают протекать жидкости, состоят из синтетических, воздухонепроницаемых материалов. И это вызывает довольно-таки неприятные ощущения, опрелость, раздражение и впоследствии даже может привести к развитию воспалительных процессов. Предлагаю провести наглядный пример. Возьмем прокладки другого производителя. Не будем называть фирму, так как это не имеет никакого значения. И женские гигиенические прокладки Lady Pro нового поколения, которые из обычных средств личной гигиены, они переходят в разряд оздоровительной продукции. Для эксперимента нам понадобится 2 стакана горячей воды. В процессе вы увидите, как удерживается влага, но при этом гигиенические прокладки Lady Pro дышат. Доказательством этого всего есть пар на стенках стакана. За счет чего достигается оздоровительный эффект? За счет специальной полоски, которая есть в каждой прокладке. Вот эта полоска – это и есть продукт высокой технологии. Именно она дает женщине ее женское здоровье. Из чего же состоит оздоровительная полоска? В природе есть такой давно известный природный минерал турмалин. Крошечные наночастицы турмалина намного полезнее, чем сам минерал. Из наночастиц этого минерала изготовлена анионовый слой в прокладках Lady Pro. Именно турмалин является здесь главным поставщиком анионов отрицательно заряженных частиц. Как следствие, микрофлора влагалища постепенно восстанавливается, благодаря чему у женщины благополучно решается большинство женских проблем, а воспалительные процессы перестают прогрессировать. В кейсе есть 3 вида прокладок Lady Pro. Дневные Lady Day Pro, ночные Lady Night Pro и прокладки на каждый день Lady Active Pro. Одна дневная прокладка способна удерживать 150 мл жидкости. Защита от протекания вам обеспечена. Кстати, в каждой упаковочке есть дополнительный подарок. Знаете какой? Это полоска с тестером для домашнего тестирования вагинита. Проводится тест утром. В каждой упаковочке есть тестовая шкала, на которой есть обозначение. Если ваш тест желтого цвета, это нормально. Нет повода для беспокойства. Если вы увидите светло-коричневый и темно-коричневый цвет, это говорит о том, что воспаление средней степени. Нет-нет, да и выскочила какая-то бяка. Об этом не принято говорить между собой. Есть выход. Только ежедневное использование прокладок Lady Pro помогает принести положительные результаты. Хочу отметить, что эффект только при регулярном применении. Если вам показалось зеленого, темно-зеленого цвета, это высокая степень воспаления. Вам стоит обратиться к специалисту. Я хотела бы вам сейчас рассказать о таком состоянии, как вагиниты. Это воспаление слизистой оболочки влагалища у женщин. Возникает тогда, когда попадает либо воспалительная микрофлора внутрь организма патогенная, либо же есть другие причины, которые наиболее распространенные. То есть это идет человек не придерживается определенных правил гигиены, то есть неправильно пользуется средствами личной гигиены, то есть это идут и тампоны, и прокладки, особенно те, которые идут с ароматизаторами, либо же при частом механическом раздражении. Для того, чтобы уберечь себя от вагинитов, в первую очередь нужна культура питания, сама физическая культура, потому что когда человек долго сидит, особенно сейчас на наших синтетических креслах, это тоже способствует дополнительному согреванию малого таза, что способствует развитию инфекции.
Пользуетесь ли вы гигиеническими прокладками каждый день? Да, конечно, я пользуюсь, но не каждый день. Как правило, это определенные дни в месяц, да. Пользуетесь ли вы гигиеническими ежедневными прокладками каждый день? Да. Почему? Могли бы сказать? Ну, удобно, комфортно. Чувствуешь себя уверенно. Личное решение. Очень удобно и комфортно. Обязательно. Вы знаете, насколько это важно для здоровья? Ну, с точки зрения гигиены и комфорта. Использование ежедневных прокладок ежедневно, так они и называются, является фильтром для женщины, чтобы она могла следить за своим здоровьем и определять, надо ли ей обратиться к врачу, надо ли ей что-то менять в своей жизни, надо ли ей что-то делать для себя. Вот этот показатель, выработка привычки следить за своим здоровьем, вот эти ежедневные прокладки. Вот такую замечательную продукцию приготовила нам компания Евразия Про. Удобные и комфортные средства личной гигиены, которые также дают оздоровительный эффект. Попробуйте, проверьте и убедитесь сами. А я желаю вам доброго здоровья и до свидания. С вами была я, Марина Щербатая.